одна. И мы едем в черном тоннеле.
Кускин самое главное унитаз. По сути, можешь заходить. Короче, пока с тебя фотография, а с меня видео. Мне кажется, они там как раз вот эти источники переиначены. Там же 9 адов было и 8 холодных и 9 горячих. Вот, скорее всего, 9 горячих это вот эти и есть. Как только у меня память кончится на видео, я начну фотографии делать. Так, туда нам, наверное... А, нет, там прийти можно наскрыть, да?
Или что, или Place to. О! Хочешь там окунуться? Скользко, потому что. О, тут его хоть видно. А почему нам нельзя накушать? А? Что ты говоришь? Ну, нам нельзя на это, на кушинках покататься. А вон там дерево косичка. Thank you.
датские бананы. Они адские. Я хочу на кувшинке покататься. На фотографиях есть. Почему нам не дают на них покататься? На фотографии же там было, что это же девушка-то черно-белая. О, кровавая. Не касайтесь. Смотри, она кровавая. Нет. Не касайтесь, тут мелочи не доставали. А вроде нету дождика. Пойдет посильнее, открою. Спасибо за заботу, солнце. А тебя автоматически складывается и раскладывается? Нет. Только раскладывается? Может, там здесь складывается и раскладывается, то что. Ну, если... не может? Это был бы вечный двигатель. Нажимаешь на маленькую кнопку, он все время складывается. Ну, ты понял, что я имею в виду. Нет, не понял. Ну, ты на кнопочку нажимаешь, он как складывается. На кнопочку нажимаешь, он складывается. Как у нас складывается? Ну, твой же зонтик так делает? Нет, он не складывается. Он не совсем. Он складывает только эту штуку. Ну. А здесь-то как бы, смотри, вид звонится другой. Если он сложит эту штуку, он здесь сложится. Это надо было снять. Это водопадик. Угу. Да, наверное, когда дождя нет, туда можно больше ходить. Да ну Кия. У него опять что-то торчит. Пустые глаза. Кира. До нее монетки пытаются докинуть. О, вон смотри, все одно монетки. Молочный какой-то источник считается. Случайно уронить туда телефон. Там на дне, наверное, все. Думаешь? А вы думаете, что это так? Какой звук? Не очень. Поэтому и переживаю.
Она что, сразу испаряется? Даже мостик есть. Вода с чем-то. Нет. Можно я перед тобой проползу? Нет. Спасибо. Нет. Ну, ты сказал нет, а я услышала да. Тем более, что ты меня пропустил. Ой, тут ягодки какие-то. Я тебе съем. Вон. Ты что меня сюда травить-то желаешь? Не видно. Это вот последнее должно быть, да? Нет. Грязная лужа. Нет, там большая грязная лужа. Смотри, если камень можно собирать. Пока не вижу ничего. Для геологов наверняка очень интересное место. Ну вон маленький. Слушай, а он второй и есть, он наверху. Слышишь? Он наверху, а второй и есть. Вот этот демон, походу. А или это вот этот парк? А вон первое. А я на Неку отвлекаюсь. Вот смотри свои яйца. Садишься. Для ног, наверное. Ты где? Где ты? Очкарики, берегись. Вот он, рядом лежу. Я так поняла, если дышать той же штукой, то это будет у тебя мега хорошая кожа. Как будто в море налили молоко. И еще какие-то вот мелкие. Это тоже карп? Да. Мелкие брюхватые. Мини-карп.
кстати, капнул с ним. Так вот. А где крокодилы-то? Следующий. А, там нарисован, да? Это как доказательство. Да. Смотри, тамагочи. Ой, я тебе кадр испортила. Прости. А? Видишь крокодила? Нет. Я не вижу. Я вообще, походу, ничего не увижу. Наверное, в другом месте. Не приносит несчастье? Ну да. Не приносит несчастье? Интересно, сколько людей здесь смотрели? Разговоров там было. Там, ну там может быть еще много крокодилов. А это не настоящий, да, имеешь это? Они что, спят, что ли? А это вот шкура того, который свалился, походу. Хорошо ему.
ощущение, как будто он смотрит прямо на меня. Что ты делаешь? А? Не пробьет, не пробьет. О, она. 27 лет. Нифига себе. 27. Чего-то там вес или рост или что. Может, длина? А тут вообще прямо близко сидит. И выжидает, когда кто-то к нему лапку протянет. Они просто связаны с Алисой. Ну да. Ну иди. А вон сидит. Около один. Стенки. А ты сюда посмотри. Ящерицы. Вот я увидела. Раз, два, три, четыре. Офигеть. 4. Ящерицы, они в Африке ящерицы. Всегда прикольно представлять, что они там говорят. Уважаемые посетители, крокодил вырвался на свободу. Да-да-да. А вы точно сюда не хотите? Куда, наверное, там туалет. А можете меня подождать, я туалет сюда. Прям. Ух ты. Он усиком общупывает трубу. Сквозь страшный пирамид, если туда даже вот туда аквариум ходить нельзя. Зубы пираньи. Вон они. Где сами пироги? Это они? Да. Да, их пироги. Да. Они, я не знаю. Это я после поездки. Весь этот пустяков. Это прогресс Насти во время. Ты же понимаешь, что ты меня не выгонишь из своей кухни? Боже мой, думаю, кто там где шевелится. А там люди ходят. О, тут тепло. Вот такая. Что это тут? Ты решил его съесть? Нет. Я говорю вам, потому что вы любители тутов. Ага. Подождите, это там, где мы пришли? Разве Соник? А? Возможно, это не наш. А я думала...
они только синие. Так, подожди, а что второй вагон все-таки там? Ну, ладно,